избиратели потребуют за то, что вот им моральная сатисфакция непременно нужна, материальная сатисфакция за вред по 50 миллионов, то это 50 триллионов рублей. Кстати, Рябов никогда не выплатит столько. Да, это пол дефицита нашего бюджета примерно на будущий год. И? Ну, вот. Вы опять ставите в тупик людей. Да, но мне кажется, что все же больше они сами себя ставят в тупик, нежели я им это помогаю. Я не предполагал, что додумается Николай Тимофеевич устроить на пустом месте вот такое мероприятие и теперь попасть в эту историю с этими свидетельствами, которые сегодня вот вскрылись, и показать, что они не могут ни одну бумагу создать. Они упрекали нас в том, что у нас не так что-то организовано. Мы сегодня суду представили абсолютно все документы. Упрекали, что не так организованы структуры. Мы собрали 1 000 000 почти подписей, 930 тысяч. Хороши бы мы были, если бы мы говорили о том, что у нас есть структура, и не собрали бы 1 000 000. Собрали. Решение завтра или, может быть, отсрочено еще. Завтра, да? Трехдневный срок Верховный суд должен давать решение. Вы знаете, как говорят в таких случаях, все что угодно, любой каприз. Хорошо, мы продолжаем следить за вашей ситуацией. И завтра программы «Версии» не будет, мы выходим только в понедельник. А о том, как решится вопрос с «Яблоком», мы узнаем из новостей НТВ. Всего вам доброго!